сука, этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил, мы сожжем вашу конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда приеду. Вы меня звали, блядь, после этого. Приезжайте, блядь, я слабо, хуй тем не вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, сука, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой конституции прямо, блядь, на Майдане Незалежности.